Хотела вам показать, какой у нас красивый цветок ирис. Он такой огромный. Видите, в такой вазе красивой. Такой огромный ирис. Наверное, где-то метра полтора в высоту. Представляете себе такой цветок красивый, большой? Немножко уже здесь начинает подвядать, но я поздно вам его сняла, называется. Я его вчера хотела снять, позавчера, но забывала. Жизнь такая, все время куда-то бежишь, бежишь, куда бежишь, непонятно. Красота. У нас наконец-то вышло солнышко. Я так рада вообще, целый день, когда идет дождь. Ну, в принципе, я и дождю была рада, но сейчас вообще солнце, прекрасная погода, и мы пойдем гулять, да, Амиран? Амиран, пойдем гулять? Амиран уже тут выглядывает. Ты где? Амиран! На улицу пойдем? Что там делают вороны? Как вороны делают? Это пушки так стреляют. А вороны делают карр, карр, карр. В общем, мы будем одеваться и идти на прогулку. Мы идем. Идем гулять. Идем на набережную, в парк. Все так повыходили гулять, потому что солнце началось. Конечно, когда был дождь, все такие сидели, прятались, никто не гулял. Одна я была на улице. Вернее, мы с детьми. Теперь все гуляют с собаками, детьми.